А вот было бы круто проснуться с утра и выиграть 100 миллионов. Хотите? Да легко. Ну, конечно, мы сначала выпьем чашечку кофе, поболтаем с друзьями. О, здрасте, здрасте. А потом просто проверим свои лотерейные билеты. Вот это я понимаю, заряд бодрости и хорошего настроения. Мечталион. Национальная лотерея. С 1 октября на Первом.